Теперь поговорим о Хорке и Джонатане. Они повредили фургон, это немыслимо. Есть квикстоп? Да. Готов? Да. Приступаем к купанию. Это был самый первый коготь. Я срезал его. Но крови не было, а когда собака встала на лапу, кровь пошла, но чуть-чуть. Мне нужен квикстоп, кровь идет. Сейчас, сейчас. Продолжай. Тогда я попросил мисс Кейтлин дать мне квикстоп. Ты сказала, что он у тебя есть, был, проклятие. Но затем она обнаружила, что забыла его. И как вы остановили кровотечение? Мы применили ушной порошок. Да. Кто стриг ногти?